общем, решил вернуться к одному месту здесь и уже взял с собой пинпоинтер. Вот. Вот настроил его на два сигнала, то есть не самое глубокое, что было. Попробую здесь поискать. Нет, на два сигнала не видит. Сейчас три сигнала. Так и оставим. Пока он ничего не видит. Это лопата была. Окей. Тут что-то есть. Пинпоинтер, в отличие от металлодетектора, он не ошибается. Если там что-то есть, то там есть. Неужели я выдернул это? Окей. Есть тут что-то. Окей, вот сейчас видим. Видим. Это 1 цент. Довольно-таки глубоко. Год не видно. Не то, что совсем не видно, а дело в том, что я на солнце, и меня просто все ослеплено сильно тут. 1900. Вау. Не, это не вау. Я думал 32. 82 вроде бы. Вот работает хорошо этот пинпоинтер. Я его даже на палку одевал один раз. И как косой ходил с ним. Вот так чисто одевал и жик-жик. Но он не глубокий. Тут очень много в этом пляже всякого. Поэтому тут... Это лопата опять. Тут где-то есть что-то. А, опять яма начинается. Опять ямы. Я слишком глубоко его настроил, поэтому он видит. Он видит глубоко. Мне не хочется уходить китайцам сейчас. Вам пизде показывает. Окей, я вытащил.
что здесь есть, я не знаю. Окей. Нет, это не это. Ничего не понимаю. Что он хочет здесь? Не понял, что у меня переключил куда-то. Что-то в руке у меня. Это мне не нравится, что начинаешь копать одну ямку и выкапываешь траншею, а он еще и тянет куда-то. А там может какой-нибудь длинный железный прут снизу лежит. Что у меня такое в руке, я не знаю. На что он тут? Окей. Гвоздик. Бляха-муха. Ну, хоть гвоздик забрали с пляжа. Тоже хорошее дело. Дело в том, что она будет сигналить и сигналить. Такие ямы тут выкапывать. Там дети тут будут бегать. Вот, и мне это нафиг не надо. Окей. Походим еще немножко и хватит.